Убийцы пойдут под суд. Обвинительное заключение по делу убийц сотрудник управления исполнения наказания утверждено. Об этом сегодня сообщает Следственный комитет. Жестокое преступление два парня, которым по 22 года, совершили в конце февраля. Тогда общественность подключилась к поиску пропавшего Александра Пипко, который работал в службе исполнения наказаний, а в свободное время таксовал. Именно его вторая работа привела к трагедии. Преступники заранее договорились, что убьют таксиста, а машину разберут на части и продадут. Свой умысел они осуществили в начале февраля, когда Александр вез их в районе села Дедуровка. Парень скончался от множественных ножевых ранений, тело злоумышленники подожгли, а авто угнали. Их нашли спустя 2 недели. Следствие по делу завершено. Максимальное наказание, которое может определить суд преступником, пожизненное заключение.